Ну поехали! Вот это точилище! Всем привет, ребятушки! Меня зовут Спори Дорида, и мы начинаем с того, что сделаем сейчас каких-то парочку крутых вещей в игре Bad Piggers. И дальше мы будем, играя за шариковый квадрат, строить себе всякие интересные штуки. Так, что же сейчас нам выпадет? Нам выпал новый шарик? Смотрите, новый шарик в шапке! Классно! А ну-ка, сделаем на 3 звездочки. И нам выпадает. Так, что это у нас тут? Ух ты, прикольная деревянная вот эта штука. Окей, мы ее, конечно же, используем. Пока что возьмем нового шарика. И новую деревянную штуку. Все, теперь отправимся в специальный уровень. Где мы с вами сейчас кое-что построим. Кое-что это будет очень интересно. Так, смотрите, какие у нас есть шарики. В шапках таких. Так, что нам только нужно? Чтобы такое придумать? Поезд уже не так интересно. Но давайте можем сделать какой-то танк. Сейчас только подумаем, какой. Ну, давайте сделаем танк. Так. Вот таких штук. Они как-то странно выглядят. Ну-ка, какие у нас тут есть другие? Синие есть. Ну, давайте синие воспользуемся синими. Будет у нас такой синий танк. Интересный. Вот такой какой-то он у нас будет. Тогда у него такая кабина. Здесь будет такое вот длинное дуло. Это мы тоже все. Нет, подождите. Будем это закрывать? Ну давай закроем. Все, да? Теперь нужно придумать, куда мы поставим там колесики. На таких колесиках будем ездить. Так, а какие у нас есть колеса? Сейчас посмотрим. У нас же должны быть... Они не открыты у нас никакие. Ой-ой. Неужели придется выбирать какие-то другие? Ну, давайте возьмем вот эти, что ли. Почему бы и нет? Так, цветочки мы тоже брать пока не будем. Взяли нормальные колесики. Сейчас мы их сюда прицепим. У нас танк будет на пружинах. Ну, вот таких. Ну, интересно же выглядит, да? Так, только, наверное, надо сделать, чтобы эти пружины были неподвижными. Так, а ну-ка, не мешайте мне. Хватит ли мне? Хватит. Все, хватило. Как это будет выглядеть? Сейчас посмотрим. У нас колеса двигаются, а мы не едем. Вот это прикол. Но придется тогда увеличивать наш вездеход. До такого места. Естественно, шарика мы убираем пока что и придумываем, что сюда нам поставить. Давайте вот такие вот сюда будут аккумуляторы устанавливаться. Так. Вот так, да? Можно их, конечно, везде поставить, но не будет он таким интересным. Эффектным не будет. У нас будет супер прикольный, поэтому мы сейчас все заполним квадратами по возможности, да? Чтобы их хватило. Вот такое вот танчище получится. Так, ну я думаю, двигателей хватит, и что нам нужно? Нам нужно шариков сюда поместить побольше. Так, вот этих шариков с шапками сюда. Какие у нас там еще есть шарики? Вот, а такие. Давайте простых возьмем пока. Вокруг их так посадим. И внутрь их посадим вот таких вот баринов. Все, смотрите, сколько всяких разных шариков. И теперь можем выезжать. Поехали. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. О, ребят, вот это конструкция. Так, ну нет, нет, нет. На такой мы точно далеко не уедем.
Эти пружинки были уж очень лишними. Поэтому мы это место заполним вот так и сюда еще доставим наши аккумуляторы. Все. Чтобы еще придумать вот сюда, может вот так вот какую-то подпорку, я не знаю. Вот, давайте вот эту штуку пусть поставим. Так, как-то она не смотрится. Но я думаю, одной будет достаточно. Так. Она еще даже стреляет. Ну поехали! У-ху! Вот это точилище. Вот эта машина получилась. Так еще и нормально едем. Довольно-таки быстро. Так только дуло наше болтается почему-то. Ой. Вот, ребята, что нужно поставить сейчас. Вместо шариков мы поставим такие новогодние переключатели. А ну-ка. Видите, теперь можем ездить в другую сторону. Так. Это ж вообще удобно, можем кататься в двух направлениях. Так, я что-то придумал. Смотрите, мы можем построить постройку и поставить вот эти переключатели. И то есть попробуем что-то таким способом разломать. Так, а ну-ка. Что ж мы тогда возьмем? Давайте поставим здесь три колеса и здесь три колеса. Новогодних ящиков. Так, что, мне их не хватило, что ли? Ладно, пускай тут выделяется. Вот так. Значит, здесь у нас в этой полоске будут два вот таких шарика, а здесь будут два вот таких в шапках. Посмотрим, кто кого перетянет. Для начала давайте воспользуемся, поставим им аккумуляторы, а этим поставим вот таких вот квадратов. Так, и что, кто кого, да? Кто кого перетянет? Только в середину, наверное, придется нам поставить переключатели для каждого. Или же наверх. Давайте наверх. Вот, замечательно. Мы их склеим для всякого. Так, стоп, я же два поставил. Может, его нажать нужно? Странно. Я думал, они не будут вместе работать. А, не получилось у нас, оказывается. Так, а как же мы делали, мы делали, мы делали. Мы, наверное, ставили простые колесики. Сейчас вам их покажу. Вот такие, да? Давайте такие поставим. Ставили, конечно же, пружину. Так, только, наверное, нужно поставить сюда опоры. И теперь пружину. А пружины-то закончились? Чё? Я их так мало. Так, и чтобы это все летело, устанавливались, ребята, ракеты. Вот так. Ну, у кого-то вверх ногами. Нет, это уже лишнее. И где наши подопытные? Так, ну поехали. Оп! Мы оторвались. Ребята, ну и серия у нас получилась. Я надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока-пока.